Более 180 стобальников уже подали свои заявления в Казанский федеральный университет. Из них 32 абитуриента отдали свои оригиналы. В их числе и выпускник IT-лицея КФУ Герман Ибрагимов. Поступаю я в Казанский федеральный университет, в Институт вычислительной математики и информационных технологий. Я полагаю, что КФУ откроет мне большие двери в будущее, поэтому и решил сюда поступать. Герман – обладатель 100 баллов ЕГЭ по информатике. Во многом благодаря своим учителям, отмечает выпускник IT-лицея КФУ. Ну, я сдавал русский язык на 94 балла, математику профильную на 76 и информатику на 100 баллов. Ну, на самом деле я планировал сдать на 100 баллов математику профильную, но так получилось, что информатику сдал на 100 баллов. Я не ожидал на самом деле. Мои учителя круглосуточно со мной занимались, дополнительные уроки, но и... Сами занятия длились с 8 буквально до 8 вечера. В этом году по приказу ректора Казанского университета Ильшата Гафурова учреждена стипендия университета «Стобальник». Единовременную выплату в размере 80 тысяч рублей смогут получить все выпускники, набравшие 100 баллов по результатам ЕГЭ по предмету, являющимся профильным для образовательной программы высшего образования. Я, конечно, хотел высокую стипендию, я на нее рассчитывал, вот, но за это большое спасибо Казанскому федеральному университету. У меня уже есть планы, куда потратить эту стипендию. На самом деле я хотел купить себе ноутбук для работы, потому что сейчас у меня его нету, как бы, ни компьютера, ни ноутбука. Вот. Призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников при поступлении в КФУ получат 80 тысяч рублей единовременно. Если же сессия будет сдана на пятерке, то их ожидают ежемесячные выплаты по 4 тысячи рублей. А победители заключительного этапа Всероссийской олимпиады получат по 100 тысяч рублей единовременно. Также на протяжении первых 3 лет обучения полагается ежемесячная стипендия в 10 тысяч рублей при условии сдачи сессии на отлично. Выплата стипендии «Стобальник» будет производиться за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности КФУ. Выпускников лицеев КФУ также ждет повышенная стипендия при поступлении в Казанский университет. На протяжении учебы они будут получать ежемесячную стипендию в размере 7 550 рублей при условии сдачи сессии на отлично. А 6 700 рублей смогут получать студенты, закрывшие сессию на 4,5. 10 июля также вышел приказ, подписанный ректором университета Ильшатом Гафуровым, где выпускникам лицеев КФУ будет предоставлена скидка 20% на оплату образовательных услуг в случае, если они не доберут на бюджетную форму обучения до 20 баллов. Всю подробную информацию о стипендиях студентов смотрите на сайте Казанского федерального университета. Анна Глазунова, Леонард Влетьяров, Универньюз.